Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Майя Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Семеро. Ну, Бучерина не поставил. А, еще бы 10 минут я за пивом пошел. Люкс, там предложение. Так, ну. Я вроде все сделал. Уже можно и ход заканчивать. Что, ну голландца тоже наука неплохо прет. Он еще и... Американцы. Ну, мне надо осталось тут город поставить, в общем, тут, правда, неправильно пока показывает, мы следующим ходом. Мне надо решить, на озере вот сюда ставить или все-таки где-то на побережье. А, на побережье, на берегу реки. У меня два варианта. Раз, два, три, четыре. Либо вот сюда, 5-6, либо вот сюда, где стоит дуболом. Вот я и думаю, раз, два, три, четыре, 5-6, да. Что, заканчиваем ход? Голосовалочка. Голосование. Че, не начисляются ученые? Сейчас посмотрю, сколько тут у кого числится. Ну, вообще тут, ну, наверное, можно и ученые. Хотя там флотоводцы до хрена, вон, я смотрю, у Норвегии с Голландией. Еще неизвестного игрока тоже. Ну, я человек не морской. Вот я, так вот именно что. Но... Я бы за флотоводцев всего... проголосовал, чтобы они не начислялись. То есть нам-то пофигу. Ну, у меня-то нету компусов, поэтому мне невыгодно. Ну, они же у тебя будут, а будет ли у тебя гавань? А, короче, я за флотоводца голосую. Я предлагаю удвоить флотоводцев. Удвоить флотоводцев прям? А я предлагаю сказать Челине, что он хочет, у него больше всех влияет. Ну, я не хочу, чтобы ученые начислялись. Тогда я голосую против ученых. Окей. Ну а претензии, наверное, как раз пускай Челине генерирует. Согласен. Нет, я... опять в дипломатически не буду идти. Я хочу, чтобы все-таки флотоводцы... Но я думаю, что там проголосуют... За то, чтобы не начислялись ученые. Ну, мне как бы пофигу. Да, ученые не начисляются. Он и в это влил тоже. Подождите, странно что-то. А чё Люкс? И ты за Челине проголосовал? Я не туда. Да. Круто, круто. Да он сам перебил бы, посмотри. Нет, если бы ты против проголосовал, как раз бы не перебил. Ну, забавно, забавно. Так, поскакали Голландию исследовать. Эти тут постоят у меня. Хотя, может идти там с варварами разбираться хотя бы одним. Только давайте не рядом. С этим. Ой, что-то я таймер не поставил. Боже, вот когда я тут построю, наконец-то я избавлюсь от этих всех дурацких извержений.
Так, наверное, конечно, надо вырубить лес для акведука, но сначала, пожалуй, гипс обработаю. Так, наверное, этой лошадью побегу тут исследовать, а этой то сюда. Ашан, предложение. Конга, когда ты в союзах будешь? И еще предложение. В смысле нет, а вот это выкупить надо, ладно. Достроится мастерская, тогда выкупим. Все в золотом, один я в героическом. Люкс, ты тоже в золотом веке, да? Да. Все в золотом. В героическом. Ну а я зупа-дупа красавчик. Я прям герой. Да, блин, мне кажется, это было сложно в темный выйти. Ну, на самом деле, нет, оказалось. Я ж никого вообще не встретил, по-моему, до выхода в античность. Ну, типа, лучника своего ты не строишь, получается. А у меня так получилось, то есть, если бы я, наверное, стремился к лучникам и в уникальный район, я бы, наверное, их построил, но я как-то ударился в рабочих и фермы, чтобы города хоть как-то росли. И, соответственно, я просто не успевал это все что построить, ничего. А, ну и поселенца этих ставил. Первым рабочего строил, да? Да. Так, эти ребята против раненых лучше работают, поэтому сначала раним, потом добиваем. Еее. Будет 8 производства. Ну, всего лишь плюс один, но у меня коммерческий район тут негде ставить, понимаете? Гавань хоть что-то... То есть, а караван мне все равно нужно делать. Так, откуда у меня бегают уже из Ящелана и... Из Кобы? Ага, из Кобы. Надо из Калакмуля. Пинг, предложение. О, новая ГГшка, блин! Кто там ее? Ашан первый встретил, блин. Да, это было забавно. Что за крышка? Таруга. Это вообще где? Вот ее надо бы засоюзить, конечно. Это над Лешей. Не-не-не. Я имею в виду. Где вообще находится это? Географически? Да. Блин. Думаю, передавать эту клетку Уак Кабналю или вырубить под Ящелан. Наверное, все-таки надо передать.
вырубить чисто на поселенца, чтобы он быстрее был. А потом вернуть обратно. На тортуга. Котик, котик, ну что ты тут хочешь? Это же способность Майя, типа, то, что типа, реки не действуют, по-моему, потому что на полуострове Юкатан вообще нет рек. Слушайте, я вот тут подумал, может мне здесь делать дамбу, соответственно, здесь ферму, а здесь производственную площадь. То есть туда будет плюс 3. Видимо, так и надо. Денег нету купить. Ну, акведуки я не хочу тогда уже здесь ставить. Давайте библиотеку пока один ход. Просто... А, я могу вырубить? Нет, видите, ну, в смысле, не могу купить клетку, надо подождать. Так, собственно, мне люкса только осталось найти. Он за тобой, Ашан, где-то должен быть, да? Ага. Люкс — это ацтек. Если ацтек, то он под голландцем. Тебе сквозь меня идти надо. Там горы непроходимые. Блин, мне надо будет центр коммерции, на самом деле, поставить. Хорошо, а где здесь может промышленная зона нормально быть? Что у нас с акведуками? Так, акведук только в двух местах можно поставить, так? Здесь и здесь. Выжил. Ну, я бы здесь военную ставил. То есть акведук надо сюда ставить, так? И, кстати, по поводу промышленной правительственной площади, я подумал, что надо вот сюда ее ставить. И вот тут вокруг ромашку доделать. Тут два... промышленных, я только не знаю, от Ящелана или от Тикали это мы будем делать, но я думаю, что правительственную надо сюда ставить. И нормально ромашка зайдет тогда. Блин, я не ту клетку выкупил. Надо было эту выкупать для... И дамбу там сразу ставить. Ладно, тогда... Ну, и вырубить лес под эту клетку, понимаете? Блин, стоим, ждем теперь. Сейчас сколько тут? Один заряд. Ай, блин. Ну, давайте. Линка, ты что, типа, отказался с этим предложением права прохода? Повтори, я случайно отменил. Ну, я, конечно, сейчас вторугу волью. Все свои эти... То есть у меня будет плюс 5%
Кстати, а вы в курсе, что в Таруге неправильно переведено? Что тут не плюс 5 единиц науки, а плюс 5%? Да. Будем смотреть, что у меня тут железо, да? Это тут плюс 5% будет. Тут где-то у меня, по-моему, и селитра еще капает. А, вот тут будет, в поленке будет плюс 10%. Так. Тут плюс 5, но тут мало у меня науки, в принципе. А, так у нас и все. В общем, не так уж и много будет плюс. То есть плюс 10%, здесь будет плюс 1,5 науки. Ну, мне все равно надо туда вливать, потому что у меня библиотеки стоят. То есть это мне все равно много даст науки, на самом деле. А тут надо лян прокачать на то, чтобы вулканы ничего не делали. Челинью, походи. А, нет, ладно, нормально все. Так, ну я вот не знаю. Наверное, все-таки сюда стоит ставить. Так, тут откладываем. Следующим ходом я выкуплю эту клетку. У меня через два хода будут союзы. И построю. Кстати, Темпло-майор можно в поленке тоже сделать. Так, здесь надо клетку выкупать, конечно. Не, пошли-ка мы тут ферму. Мне нужны деньги. Мне, наверное, карточку надо на снижение выкупа клеток ставить. Да, тут откладываю производство чего-либо. У меня первая в мире технология новой эпохи. То есть я первым в Возрождение вышел. Странно. Да, Шан, правда, тоже написано первый. В общем, я сейчас поставлю последний город и попробую реально поиграть вот чисто теми городами, которые, на которых действует бонус от столицы. Вот возможно ли вообще хоть как-то конкурировать с другими, не ставя города чисто вот за мая? Но мне что-то кажется, что этот бонус, да, вряд ли. Ну это 10%, это вообще ни о чем. Да, но... хотя бы был. Я понимаю, но я буду ж пытаться их выращивать вверх. То есть там они больше должны давать всякого. Ну, короче, посмотрим. Дело в том, что количество городов тоже выращивается вверх очень легко, просто другими путями. За счет ЦК в каждом городе. И карточек на разжор типа городов. Смотрим. 10%. Ага, тут вот так. Ну, я, кстати, нормальный этот город поставил.
Давайте дамбу, наконец-то. Да, что-то американец вообще так жадно расселялся как-то. Я что, поближе немножко, чуть-чуть. Блин, правительственную площадь надо, конечно, из этого города ставить, но я не могу пока выкупить клетки. Кстати. А давайте Великий университет построим здесь. 5. Великую библиотеку, в смысле. Это другой урок. Что он получает? Нормально. Да, правда, одна наука всего лишь капает. Эх. Так, мне, знаете что, давайте-ка лучше открою на ученых, на послов. Вот это. И сюда пойдем. Ну, Таругу надо союзить просто, сюзеренить. Отбирать у Ашана эту науку, которая ему капает. Конга, когда у тебя союзы? На следующем ходу. Отлично. Прям столица прям идеальная для Майи. Просто 3 плантации. Я ошибся, кстати, если ты не видишь, мне надо было на одну клетку выше ставить. Я просто забыл, что у них вот эта способность. Плюс, к счастью, если центр города рядом с ресурсом роскоши находится. У меня было бы сразу еще и плюс 2 счастья. Ряшан, видишь, я тебя перекупаю город в начале хода, чтобы ты мог его обратно перекупить. Я просто обычно об этом думаю в конце хода, когда уже все везде сделал основное. Потому что ты кто? Эгоист. Обидно. Зато правда.
Ну, пойдемте вырубать, наверное. Не знаю, надо вот эти две клетки выкупить. Я думаю о жителях в своих городах. Что им делать нечего. Блин, не дай бог он сейчас извергнется. Слушай, а что тут ко мне всадники с генералом? Чтоб дальше бегали? Ну да. Так, вот тут надо ферму. Ну, Челиния, у тебя тоже как бы территория неплохая, согласись. Ну-ка. Тебя вообще грех жаловаться, по-моему. Ну, мне не очень. Ну, как сказать? Типа, ну, столица. Нормально. У голландца тут кампусы на плюс 6. Ну, в смысле, без... Просто бонус соседства плюс 6. Зашибись. У меня только кампус на 3 максимум. Вот поставил дамбу, все, закончились все наводнения, блин, теперь никаких бонусов не получаю. Как всегда, блин. Я хочу тут как раз поставить, чтобы еще и тут дамбу на Миссисипи организовать. Не, ну варвары прям что-то совсем умные стали. Убегают, лечатся прям. Так, стоп. Я, пожалуй, порох отложу. Да. Так, в индустриализацию. Как мне выйти? Две гавани я точно не буду строить. Пошли в индустриализацию прямиком. Потом у нас авиация. И... Нет. Индустриализация, авиация, алюминий. Значит, мне надо ускорить астрономию. Университет рядом с горой. По-моему, это где-то я могу сделать. Помощи мушкетеров нет. Институт просвещения могу. Две верфи нет. Чудо промышленной эпохи, наверное, смогу. А, университет вот. Вот тут, видите, университет рядом с горой строится. Ну и все. Больше у меня нет университета с горой. Ух, как Кванга затопила. Выражаем соболезнования гражданам Конго. Блин, арбалеты какие-то. Ну, мне тоже, конечно, хотелось бы апнуться в арбалеты, но... Так, ну посмотрим, сколько мне это добавит науке. Работает тут? От довольства 10, от модификаторов 15. Странно, должно быть 20, по идее. То есть плюс 10 от способности Майи, плюс 5 от этой, плюс 5. И, ну, видимо, селитры не считают. То есть только если шахты построены или как? Не знаю. Так, а тут? И тут 15. Наверное, в этот город перекину караванчик.
Да, тут странные места, конечно. Блин, фига себе, в Голландии тут места, конечно. У него просто реки текут вдоль гор. Знаешь, мало того, что ему гор завезло, да, такой ему, чтобы еще и плюс от рек был. Когда-то Челлини, по-моему, сидел в таких местах. Прям вот вдоль гор такой, вдоль гор. Прикинь бы, что было, если бы я еще морик построил. Что бы ты построил? Если бы я еще Мачу-Пикчу построил. Да. А разве Мачу-Пикчу на кампусы влияет? По-моему, нет. Вели, да. Давайте, наверное, еще университет. ФЦК просто на плюс миллионов были. Интересный акведук, можно сказать, идет из Амстердама в Гаагу сквозь горы. Давайте, может, университет сначала. Все-таки он тут нужен. Не, ну я тут ничего менять не хочу. Дальше идем в торговую республику, конечно. Так, а вообще, что этот Таруга хочет? Торговый путь. Это, кстати, можно устроить прямо из этого города, наверное, дотянется. А может и нет, у меня нет торговых путей. Ух ты, на нефрит и мрамор прям. Лёша, сделка. Да-да-да, принял. Так, тут эту клетку 60. Ага, следующим ходом можно будет выкупить, нормально. Мне не хватает денег на выкупы клеток. Но тут еще 3 хода подождать можно, предположим. Слушайте, а раз тут можно подождать, может пойти этих овечек обработать? Тут еще 2 заряда есть. Алло. Да-да. Блин, что-то я не понимаю, меня слышно вообще или... Теперь слышно, а до этого, если ты что-то говорил, то мы тебя не слышали. Мне тоже периодически отваливается. А у Челлини что, просто нету соседей? Он сам по себе, типа, у него такая территория, да? Зеба. Ну, мне до него, от моего крайнего города, еще, наверное, клеток 12. Только так и у меня чисто от моих границ до границы с Челлини клеток 10. Это при том, что у меня даже это не столица, а такие города, ну, в 6 клетках от столицы. То есть, блин... Угу, работает. Так. Значит, перебрасываем сюда. Ну, давайте, наверное, с монументов в данном случае. Научные такие. Под 200 науки у всех. Осуждаю. Не надо обобщать не у всех. Да-да-да. Я потом передам эту клетку Ящелану и правительственную площадь в Ящелане как бы буду строить. Вот это фейл. Распланировал акведуки, а акведук не ставится, потому что
край реки. Капец просто. Наигрались. Ну, тут плавать уже можно. Тогда сплаваем. А, так, Алюкс, за Голландией где? Выше, ниже? Внизу. А как тогда Алюкс просил его забирать, если тут горы непроходимые? Тогда все плохо. Блин, вот что неудобно играть за Майя, ты постоянно какое-то тебе улучшение. Ниже гаги, просто идти по дороге и все. Постоянно надо менять здесь жителей, потому что увеличивается количество жилья. Так, что мне тут надо ускорять? Университет рядом с горой. Это я ничего не могу ускорить. Институт просвещения открыть. Институт просвещения у нас где? Вот здесь. Блин, далековато. Мне как-то культурку бы раскачать. Там 176... Там у грека 176 культуры повалило. У кого-то 168 науки, 145 науки, 156 науки. А 168 науки это у кого? У Люкса? У Люкса. Да. Ну, судя по горам Голландии, видимо, там такая же радость. Ну, как бы культура, она тут вообще ничего не решает почти. А что ж ты ее раскачиваешь? Ну, типа, почему бы и нет? Ничего не решает, вообще, что-то захотелось. Дешевые акрополи. Что я еще упустил за Майя? Такое может быть. Жилье и золото фермы дают. Да, все, что мог, использовал, в общем-то. Я понимаю, что я мог прям с апельсином, но... Здесь, мне кажется, выгоднее именно в плане того, что до скольки ресурсов могу дотянуться. Ну, похоже, вот сюда надо будет обсерваторию ставить. Эти две. Видимо, вот сюда дамбу. Сюда тогда промышленную зону. Так. Давайте... блин. Хотел поставить на... Снижение стоимости. 46 монет всего. Мне может хоть один, хоть одного арбалета сделать. Ладно. А сколько вообще стоит? А, мне не хватит. Так что можно не ставить эту карточку. Просто сменим. Вот, плюс 2 влияния. О, добиваю до Таруги, отлично. Никто не хочет сладкого греческого меда. Слушай, давай как-то мы... Ашан, ну ты, мы же сейчас все туда потратим. В эту да Таругу. Я забил.
У тебя куча гор, я не понимаю, в чем проблема? У тебя вот все в эту ГВшку упирается, да? Не, все, забирай. Я забираю. Я нашелся новое занятие. Мне кажется, мне нужно стать сюзереном. Мне кажется, нет. Тебе точно вообще не надо быть сюзереном никакой ГГшки. Так, а он три сюзеренит ГГшки. Вот именно. Нет, 4. 9 послов. Офигеть, что-то много. О, а куда ты Амани перекинул? А все тебе расскажи. Ну расскажи. Есть еще одна. Может, мне тоже туда надо? Не, Конго, вот этот лучше союз я тебе кину. Хорошо. Ой. Так, слушайте, а нафига мне тут верфь? Мне кажется, верфь тут не нужна. Я бы лучше строителей пока поделал. Ну, что там, одно производство даст. А строители слян побольше. Блин, мне реально надо поставить карточку, чтобы дешевле выкупались клетки. Что мне столько клеток надо выкупить хороших. О, тут еще ферма не построена. Тут ферма не построена. Куча, короче. Так, ну, надеюсь, там, где... Нет, на Арканзасе. Ну, что ты будешь делать? Когда... Там, где я поставил эти... А зачем нам такой союз? Хреновый инженер. Приложить. Хотя... Почему нет? Так, теперь дальше копим. Хорошо. О! Кстати, сама клетка добавилась. Ставим правительственную площадь. Отлично. Так, ну, надо эту выкупать и ставить там промышленную. Коник брасом копытцами такой шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп. Не, какая странная все-таки генерация. То есть греку тут куча территории вменяемой. Причем за грека куча территории мне очень не нравится. Тяжело. Да, да, холмов нету, ничего. То есть, типа, ровная, ровный Вася. Голландцу реки рядом с горами просто завезены. Кампусы на плюс 6 без проблем.
Ну, у кого-то плантации на плюс 7. Ой, эти кампуса. Вон, обсерватория 14. Одно место. Одно место из всех. Все. Во всех остальных местах я еле до плюс 3 довожу. Да, я согласен, что Майя хорош тем, что ты, в принципе, на любой территории можешь кампус плюс 3 сделать. Каким угодно способом, да. Как раз наоборот. Это, мне кажется, это наоборот как раз. Типа, ты и фермы вокруг не везде сделаешь. Типа, плантации, как если завезло, то да. Вот так. И у голландца сверху, видите, сколько территории. Ну, чеченица точно не нужна. Ну, блин, у меня и счастья как бы достаточно. Блин, я бы здесь... Запретный город. А, рядом с центром города только, правда. Блин, да и чудес никаких не построить, блин. Ладно, строителя. Но мне явно надо шпионов развивать. 10 ходов до следующей эпохи. Я, походу, в золото точно не успею. Что там с великими людьми? Этого голландец получит. Сколько тут зарядов? 3. Ну, в чеченице, в Поленке и в Уак-Кабнале. Я бы еще вот эту клетку выкупить, здесь военный лагерь сделать. Блин, защищал этот. И все равно пришел, разграбил говно вот это красное. Так, тут зал для приемов и... А что, это иди разведан с леса. Магнуса... Сейчас, секунду. Давайте, наверное, в Ящелан. Не могу найти, где это. Ну, у меня Микенах. А. Виктора Калакмуль или в чеченицу? Давайте в чеченицу, там как раз пока нету ничего на жилье.
Нифига себе, Ашан, то есть, а нафиг ромашки, просто правительственную площадь в любом месте бахну, да? Ну, не просто так. А что там такое? Это для будущего, ну просто там и так сильные районы, смысл туда. Правительственная площадь будущего. Ну да, под будущий район. Ну, тут надо, конечно, коммерческий район ставить, пока мастерскую построю. Просто там и так мало полезных клеток, там одни горы. Или подождите. Не, здесь. Тут можно театралки с ромашкой. Делать какое-нибудь чудо, например, можно... Все прям меня изучают, я такой важный прям. Кровавый, да тебя нашли просто последнего, знаешь, все хоть рядом друг с другом, да, были, а ты... просто тут все смотрят, вот просто на писателей, на художников. У которых творческий кризис, они не могут ничего сделать. У меня, кстати, во всех городах обсерватории. Вот, в Тикале же нету обсерватории, да? И где мне тут ее познать? Ну, наверное, вот сюда. Тут две фермы плюс два будет, да? С двумя фермами. И тут... Блин, и тут надо какой-то район еще, чтобы... Плюс три. То есть вот сюда нужен... Слушайте, мне, наверное... Как раз вот сюда надо. Слишком длинный, нет? Вот сюда как раз надо. Просто стандартный поставить. Но в будущем, я, наверное, сначала... Мне наоборот в кайф. Я прям сижу, успеваю все подумать, даже пообщаться успеваем. Классно же. Великих людей видел тут, оказывается, торговец мне выпал. Мне бы вот этого инженера забрать. А где у нас может быть... Кстати, вот здесь я мог бы рурку поставить. И еще. Но тогда мне реально обсерваторию негде ставить будет, понимаете? А ты для меня такая, да, это... Ну, пока нет. Так, влияние получать. Но я вроде как собираюсь там острова заселять, так что... Скоро, возможно, достану. Да. Ну, конечно, там, где у меня лошадь будет стоять. О, Люк, кстати, я встретил там, где не ожидал. Нижнерейнская возвышенность у голландца, конечно. Ну и где этот лагерь варваров? Тут, что ли, будет? Точно. Так, я тут такой полуостров получил. Ну, хотя какой, если бы тут было обрезано, был бы полуостров, а так...
Верфь тут не надо мне. Ангарват. Ну, кстати, это интересно. Или Темпломайор лучше. Ну, тут будет на две клетки всего работать он. С другой стороны, я могу Темпломайор здесь поставить, а тут театральную тогда. Наверное, давайте так и сделаем. Ильян надо будет прокачать, чтобы... О, я в нормальный век выхожу. Ильян надо будет прокачать, чтобы никак этот на нас не работал. Блин, вот так, там 194 науки. Нормально. Отойди с холма. Блин, как ты мешаешь. Так, ну лагерь забил, какие-то очки. Да я не могу уже. Сейчас... Кроме того, я сейчас возьму еще Мокшу, последнего, это мне тоже даст очки науки эпохи. В принципе, еще 8 ходов. Темпломайор могу попробовать ускорить этим инженером. Нидерланды тоже на него, похоже, нацелились. Я даже рад, что Мачу-Пикчу грек действительно построил, потому что у него-то гор не так много. Если бы голландец построил, это было бы все, наверное, действительно. Ну или ацтек, видимо, судя по его науке, у него тоже там. Я просто не вижу его территорию. То, что тут у голландца с горами, это, конечно. Это ацтек... нелегально. Так, чисто дружеский совет. Сейчас упадет вольнодумство. Я бы предлагал тебе на военный переключить союз. Опаньки. А чё так? Ну иначе ты просто уйдешь из лидеров. Раз уголь, два уголь, три. О, слушай, у меня тут угля за... Завезло. Слушайте, может взять все-таки, блин, ну мне вот это все надо. Ашан, ну уйди. Да-да-да, уже бегу. Сори, еще раз. О, защитило от наводнения на Белизе. Отлично. Наконец-то. Так, уголь раз, уголь два, уголь три и вот еще четыре. Короче, мне тут угля завезло. Никуда я пошел, ладно. Я хотел вообще-то на апельсинки идти. Ашан, добей этого. Стрелка.
Блин, а чё к вам такие караваны ко всем никакие? Вообще, шесть денег. Вот вы союзнички. На Золотой век выходить и забирать там на торговый путь, это сильно. Так оно и без этого должно по идее где-то так в районе 10-12 уже быть, нет? Ну, сухопутные нет. Морские, да. Так, мне надо уже телеса... Вообще надо вот это болото вырубить для начала. Люкс, предложение. О. Кого я встретил? Да, гипс у меня есть. Ну, мне там открытые границы важнее, чем люкс. Тебя кинул обратно. Я не привык к новому интерфейсу, я половину не вижу. Просто игнорирую ее. Так, я еще могу апнуть в мечника, так? Я еще железо не использовал. Коней я использовал. Селитру. Может мне открыть селитру? Давайте селитру открою. Ну, в смысле, мушкетеров из... Так, нет, стоп. Сначала... Вот так мне надо сначала в мечника апнуть. Это будет одно очко эпохи. А потом следующее. И тут я мокшу еще. Использую втекаль. Плюс одно. Значит, мечник еще плюс один. Этот еще плюс один, это 75, 5 очков мне будет не хватать, и 7 ходов. Плюс я приму... А, все, золотой век. Это золотой век. Золотой век у Майя. Так, ну я так думаю, что начиная с следующей эпохи я начну отставать, видимо, да? На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!